С 2014 года в столице Чувашии действует программа развития транспортной системы города Чебоксары. В ее рамках ремонтируют проезды и тротуары во дворах. В 2018 году на эти цели выделили 37 миллионов рублей. Всего в план работ на 2018 год включен ремонт 65 дворовых территорий на общей площади по проездам 33 тысячи квадратных метров, по тротуарам 4,5 тысячи квадратных метров. В список вошли 20 адресов Калининского района, столько же в Московском и 25 в Ленинском. Сейчас работы завершены. Алексей Ладыков дал поручение не затягивать с проведением аукционов на работы в следующем году. На 2019 год бюджет будет утвержден в декабре месяца текущего года. Будет понятна сумма, выделенная на ремонт дворовых территорий. Поэтому в январе, максимум в феврале, нужно будет перечень дворовых территорий на 2019 год совместно с жителями, совместно с депутатами утвердить и провести конкурсные процедуры. Это позволит приступить к работам уже в мае и завершить их к августу.